Предатель. На самом деле, предали меня. Доброго времени суток, зрители, точнее, гости нашего канала. С вами Рости, вы на канале Ролегим Онлайн. И мы продолжаем прохождение Warcraft 3 Reforged. Это уже кампания у нас за Стражей. Был, конечно, большой у нас перерыв, практически полгода, даже больше. Я думаю, вы уже немножко от меня отдохнули, отдохнули от Warcraft. И теперь нужно к нему возвращаться опять, и что мы, в принципе, и делаем. Итак, глава 1. Возвращение Наг. Повелитель демонов Архимонд и Пылающий Легион потерпели поражение в битве на горе Хиджал и больше не угрожает миру. Но пагубная демоническая энергия поразила большую часть Ясеньного леса. Хотя друиды и часовые поддерживают относительный порядок в северных землях, леса по-прежнему кишат зловещими монстрами. Тем временем страж Маев, Песнь Теней, бывшая тюремщица Редана, идет по следу своего сбежавшего узника, чтобы вновь затащить его в подземной темнице. И я хочу напомнить, что Иллидан где-то здесь, и сейчас мы будем его искать. Поехали. Следы свежие, но ведут они в разных направлениях. Должно быть, кто-то пришел на помощь Иллидану. Какие будут приказания, госпожа? Разделитесь на два отряда и прочешите лес. Мы пройдем дальше вдоль берега и будем ждать вас. И запомните, сестры, если вы столкнетесь с Иллиданом, не пытайтесь задержать его без нашей помощи. Он слишком опасен. Да, госпожа. Остальные за мной. Какая она пафосная, красивая девчонка здесь, в ремастере.
Прям хочу на нее посмотреть поближе. Близится финал. Смотрите, какие у нее формы. А коса. Человека коса стоит сзади. Та бомба, ракета, петарда. Итак, наша основная задача. Погоня за демоном. Идите по следу Иллидана. Моя должна выжить. Правосудие свершится. Так, сломать мы тут ничего не можем. Очень жаль. Тогда ломаем эльфийские врата. Погнали. Тела изуродованы. Кто мог это сделать? Демоны? Иллидан был здесь. Я это чувствую. Но эти следы не похожи на следы известных мне демонов. Будьте начеку, сестры. Мы не знаем, что за ужасные создания сражаются на стороне Иллидана. Ну, мы это обязательно узнаем. Не, ну как, кстати, по вступительному интро-ролику мы уже знаем, что это наги. Но все равно. Близится финал. Так, слаборона. Блять, нахрена я ее использовал? Криворукий. Ребята, я извиняюсь. Мурлоки дикие напали на нас. Есть у нас веер клинков. Очень чудесный скилл, который бьет на область. Я считаю, это просто класс. Но здесь ловить нечего. Ничего не разбить нельзя, никакое строение, чтобы что-нибудь найти. Очень плохо, кстати. У нас Маев голая в плане вещей. Госпожа, порча, поразившая леса, заразила фурболгов. Ими овладело безумие. Вторжение легиона принесло им немало бед. Увы, их уже не спасти. Кстати, ребята, если вы знаете, сколько Иллидан провел в заточении лет, обязательно напишите это в комментариях. Проверим вас на знание истории Иллидана. И, кстати, ребятки, не забывайте подписываться на канал, если вы случайно попали сюда. И если вы даже досмотрели до этого момента. О, а их халабуды можно разрушать, это хорошо. Руна маны. Ну, она мне не сильно нужна, конечно, но ладно. Жалко, что я просрал, блин, тупую руну исцеления, вот это обидно. Не знаю, что-то у меня такое появилось желание поиграть в Warcraft. Легиона до сих пор отравляет эту землю. Просто, знаете, так что-то лазил по каналу, смотрю, думаю, так хорошо все начиналось. Засада! Это сатиры! Загоним этих тварей обратно в лес! Жалкие глупцы! Вам не остановить повелителя! Победа будет за ним! Его воля! Не успел договорить. Значит, Иллидан приказал вам задержать наш отряд. Вам, сатирам, плохи его дела. Госпожа Маев, какая удача, что мы нашли вас. Докладывай. На нас напал кровожадный дикий совух. Должно быть, магия Иллидана свела его с ума. Страшно даже подумать, сколько еще невинных существ пострадает из-за него. Давайте покончим с этим. Мы найдем это несчастное создание и убьем его. Какая себе помощь совуху, конечно. Постарались новые союзники Иллидана. Кем бы они ни были, кровожадности им не занимать. ПМ, третий уровень. Качнем теневой удар. Близится финал. В общем, в двух словах, кидает отравленный дротик, который наносит урон сразу и потом постепенно еще некоторый урон. Вот то самое существо, которое мы ищем. Да. Пусть его смерть будет быстрой и милосердной. Что мне кажется, что он съебался отсюда.
Вот, так вот, короче, посмотрел, что Варкрафта мы давно не проходили и не закончили как-то до конца. И я поймал себя на мысли, что я, в принципе, дальше и не играл. То есть это для меня компания нова. Ну, не буду лукавить, может, там первых две миссии еще так примерно что-то помнится, но не более того. И да, братан, мы сразу отравим, как уйдем со стана. Все. Я уже вижу их и бары, которые я сейчас буду разрушать после того, как мы его казним. И за это нам выпал фолиант ловкости. И руна исцеления. Вот это неплохо. А здесь в большой халабуде руна маны. Нормально. Могло быть и хуже. Правда, Маев немножко у меня подбитая. Но ничего. Мы ее подлечим. Вот еще одна руна исцеления. Шикарно. Близится финал, потому что Иллидан где-то здесь. Госпожа, наверное, это те самые существа, за которыми мы гонимся. Мерзкие ночные эльфы. Вам не победить, Нак. Нак? За прошедшие века немало тварей, подобных вам, пыталось угрожать нашему народу. И где они теперь? Ну это мы сейчас посмотрим, что там сотрешь. Это нормально. Кто дал скилл никуда? Я. Зачем? Потому что могу. Боже, как я теряю лучников, это просто. Если на этом моменте кто-то, конечно, досмотрит, то можете просто вот прям брать палки, кидать в меня, потому что так слить тупую. Это надо уметь. Наиша, ну что ж ты, надо было, чтобы ты была впереди. Эти несчастные тоже мертвы. Иллидан ответит за все. Когда я доберусь до него, он пожалеет, что не остался в своей камере. Но эти обломки, зачем им понадобилось уничтожать корабли? Не знаю. Наверное, он уже вышел в море. Быстрее, сестры, к северу отсюда порт Нендис. Там мы сможем раздобыть корабль и продолжить поиски Иллидана. Кстати, Иллидан был нормальный парень. Продолжить охоту. Ну что, туда нельзя зайти? Я завершу начатое. Да, блинк. Близится финал. Ах ты, падла, ты тут ломаешь хаб. Давай, один на один. Сирена. Правосудие свершится. Иллидан где-то здесь. Опа. Руна маны, фолиант силы. Они будут хату-то ломать, наверное, там ни хрена нету. Виновные будут наказаны. Так, я тут чуть не пропустил, потому что это оно мне здесь подсвечивается беленьким, или это мне так кажется. Ладно. Погнали дальше. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. О, источник здоровья. Я завершу на... Это нормальная тема. Маев может добраться до недоступных для других войск мест с помощью скачка. А, типа сюда. К паукам. Не очень, кстати, люблю пауков. Привет. Руна исцеления. Сначала добьем их, потом полечимся, потому что яд действует. Так, что тут вкладки у нас есть? О, паучье кольцо. Ловкость плюс один. Хорошо. Плюс подлечимся. О, руна маны. Видите? Так, что тут у нас в эти бурлаки? Кстати, вот встречали сатиров по пути. Мне сатиров напомнили, когда я играл в первую доту. Ну, это же на движке Варкрафта было, третьего. Этот Рики.
Рикимару. Вот он мерзкий, конечно, персонаж. И вот сейчас, когда я их увидел, то прям такие флешбеки. С первой доты с Рикимару. Я завершу начатое. Как он бесил. Самое время. Пора продолжить. Просто чтобы вы понимали, я уже настолько старый, что я застал самую-самую вообще первую карту доты, когда она только вышла. Госпожа Маев, хвала Илуне, это вы. Банда сатиров взяла в плен сестер из моего отряда. Мерзавцы держат их в лесу неподалеку отсюда. Мы их найдем. Стражи ночных эльфов. Не успел он договорить. Немедленно освободите моих сестер. Дополнительная задача. Спасательная операция. Освободите пленных ночных эльфиек. Виновные будут наказаны. Во имя лунного света. Так, эти есть. Привет. Что случилось в наших лесах? Коли не шутишь. Так, всех я их не смогу взять. Пора продолжить охоту. Поэтому мы, наверное, укажи мне путь. Вот этих кинем сюда. А эти будут один, а те будут отряд два. Все, мы продолжаем дальше. Мы уже близко. Я чувствую присутствие зла. Так, что туда никуда нельзя пройти? Ну ладно. Нельзя так нельзя. Ух ты, какой Ледан симпатичный. Илюха, ты куда? Быстрее, глупцы. Сожгите все корабли. Повелитель не хочет, чтобы за ним отправили погоню. Нельзя позволить Иллидану снова ускользнуть от нас. Мы должны перебить Наг, пока они не сожгли все корабли. Ты опоздала, маленькая тюремщица. Наш повелитель уже отплыл к дальним берегам. Кстати, он просил поблагодарить тебя за теплый прием, оказанный ему в тюрьме. Вам за это сполна. Что ж, попытайся, чудовище. Я тоже думаю, что у него еще отплатилка уже не выросла. О, сейчас я. Так, а вот эти. Блин, вам надо как-то пробиваться. Да, на дальние эти. Не дать им разбить корабли. Итак, наша задача. Спасите хотя бы не менее двух кораблей. Моя должна выжить. Понятно. Значит, тогда вырываемся где-то вот так. Ну, я думаю, мы сможем это сделать. Кстати, напоминаю, что я не играю на тяжелом уровне сложности, потому что моя основная цель, я хочу просто пройти кампанию, показать историю. Ну, я напомню. То есть, а не показать свой уровень игры, который очень низок. Поэтому хвастаться здесь особо нечем. Просто играем. Разговариваем. Что-то обсуждаем. Если вы, конечно, будете проявлять активность в комментариях. Ну, а тем временем мы разобрались. Смотрим теперь, наверное, заставочку и на этом будем прощаться. Госпожа, если мы найдем Иллидана, думаете, мы сможем с ним справиться? Иллидан силен, и сомневаться в этом не приходится. Он овладел силой черепа Гул'дана. Теперь он не эльф и не демон, а нечто большее. Госпожа, откуда в Нагах столько ненависти к нам? Со временем мы узнаем об этом. А пока поспешим. Иллидан сильно опередил нас. Нужно остановить его, пока он не причинил еще больше вреда. Вот такая была у нас первая миссия за стражей.
компания Стражей. Так что, ребята, присоединяйтесь к просмотрам. Будем вместе с Маев искать Иллидана и пытаться вернуть его в темницу. Хотя, я думаю, конечно, он не очень хочет, и у нас это не очень получится. Всем спасибо, с вами был Росси. До скорых встреч и пока-пока.